Учитывая большой интерес в обществе в рамках проведения в автономии консультационного референдума по вопросу вступления Молдовы в таможенный союз, депутаты Народного собрания могли бы включить в голосование вопрос о невхождении автономии в состав Румынии, заявил Башкан Гагаузия Михаил Формузал. Может быть проведен референдум о принятии решения с отложенным статусом о невхождении Гагаузии в состав Румынии. Я считаю, что это очень позитивная идея. Это позволит серьезным образом укрепить государственность Республики Молдова, раз и навсегда поставит крест на идеях, продвигаемых в Молдове унионизма, остудит, надолго остудит, если не навсегда, горячие головы унионистов. Предложение о проведении референдума о невхождении автономии в состав Румынии ранее выдвинул в своей публикации известный молдавский ученый-историк и политолог Иван Грек. Автор указывает, что в случае задействования политического механизма объединения Молдовы с Румынией, результаты референдума в автономии будут означать, что Гагаузия автоматически выбывает из этой процедуры и будет иметь возможность внешнего самоопределения на основе волеизъявления гагаузского народа.